Дор, мне срочно нужна информация о Эдварде Джеймсе Пауэлле. Он умер, скончался, справимся. Как я всегда говорю подписчикам, в такие моменты делитесь, ставьте лайк, подписывайтесь. Если смотрите это, значит я умер. Теперь Дэниел может уйти совсем. Совсем. Вы все не получите ничего, не слушая отца. Нужно провести выходные вместе. Давайте. Нет. Мачете подойдет, мисс Пауэлл. Подойдет. Допустим, что-то произойдет с тем, кто получит деньги. Верно? На уединенном тропическом острове. Здорово, да? Для Дэниела. Дэниел не употребляет кокаин. Это яд. Он откажется. О, идеально. Это наши деньги. Он не оставил мне ничего. Взять придется. Тут что-то странное. Настало время для семьи. Они немного сумасшедшие. Почему мне всегда приходится помогать? Ведь ты старше. Мы близнецы. Мы здесь для тебя. Мы семья. Белые ублюдки. Хотел проверить. В порядке ли, Дэниел? Кто из вас сегодня не пытался меня убить? С Дэнием все в порядке.